Здравствуйте, дорогие зрители! Наш видеоканал решил не отставать от модных тенденций, и вот перед вами последние новости с фронта науки, культуры и прочих самых разнообразных фронтов. Сегодня мы решили рассмотреть очень насущную проблему для большого количества людей. Идут разнообразные споры, какая диета лучше. Решили и мы, так сказать, провести исследование в этой области, немного разобраться с этой проблемой. Как стало известно нашему аккредитованному в околонаучных сферах корреспонденту, британские ученые после десятилетних труднейших опытов установили, что наилучшей диетой для оздоровления человечества и избавления страждущих от накопленного лишнего веса является разработанный упомянутыми британскими учеными коктейль из смеси верблюжьей колючки и адамового яблока гаитянского крокодила. Британские ученые в труднейших условиях проводили исследования по этому важнейшему для нашей жизни вопросу и убедились, что все подопытные верблюды легко худели на этой диете по 9 килограммов в день. Этот волшебный коктейль и есть на сегодняшний день самое действенное средство для похудения. Что интересно, процесс употребления коктейля имеет некоторые дополнительные, можно сказать, побочные действия на испытуемых образцов Homo sapiens. У 33% Homo sapiens, употреблявших этот коктейль на протяжении полугода, внезапно включился и заработал спинной мозг. Британские ученые утверждают, что в процессе изучения и потребления коктейля ни один верблюд не пострадал. На этом пока все. Ждем вас в следующих передачах. Всем пока!